Сегодня в зале дети и ветераны. Второй год подряд организация «Радость моя» устраивает такие майские встречи с обязательным концертом, чаепитием, поздравлениями. В этом году инициативу поддержала городская администрация. В первую очередь хочется сказать вам огромное спасибо за наше счастливое настоящее, за нашу жизнь. За то, что мы ходим по родной земле. Ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни. Слезы матерей и разбитые судьбы огромного количества людей. Эх, дороги, пыль да туман. Гитара затрагивает струны души. Сегодня фронтовые песни исполняет Геннадий Бусыгин, тотально незрячий. Всю свою жизнь он воюет с темнотой и с детским церебральным параличом. На призыв «Радости моей» поучаствовать в празднике откликнулись как активисты организации, так и городские школы, коллективы Центра культуры и искусств имени Кекушева, православная церковь. Церковь просила, благословляла и молилась за русский народ, за то, чтобы была победа за нами. И победа всегда бывает на правде. Там, где правда, там, где Бог, там бывает и победа. В честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне после праздника ветеранам вручили открытки, сделанные руками детей, а также подарочные наборы от Министерства социального развития Московской области.